Всем привет, ребята! Это наше утро с Мией по обложке, как вы поняли. Сейчас надо Миечку разбудить, чтобы я могла ее покормить, ведь уже очень поздно. И ей тоже уже пора кушать. Зайка! Алло, вставай! Мию было разбудить не так уж и тяжело. Мы сначала будем кушать, а потом переодеваться и менять подгузник. У нас сегодня на завтрак это будет просто смесь, потому что Мия утром так много не ест. Она обычно обедом всегда пюрешку кушает от Хип, а сегодня мы просто сделаем вот смеську. Вот он, кстати, у нас уже заканчивается. Вот. Решила показать, как я делаю смесь. Для этого мне нужна ложка. Так, открываем. Как-то бутылка внутри воняет, хотя я уже 100 раз ее промывала водой. Чем вообще еще могла? Смесь вот такая вот у нас здесь. Ну, примерно, может, там 2 ложки. Готово. Если некоторые спрашивают, что это яйцо. Кстати, всех с Пасхой, всех поздравляю. Ну, вот так вот получилось. Сейчас буду кормить. Безопасно было бы, чтобы ей одеть слюнявчик. Вот. Она пьет смесь, когда все выпьет. Или может она даже не все выпьет. Ну, короче, сколько сможет. Не отпустила бутылку. Первый раз она все выпила. Именно первый раз. Кстати, тут моя подставка стоит, зайчик. Ну, молодец. Сейчас сниму слюнявчик. Я и сняла этот нявчик. Сейчас будем переодеваться. Я мыслякая. Вот так вот она у меня на ручках. Сейчас постелю пленку и выберу какой-нибудь наряд. Не, пока здесь вот полежит, а я принесу пленку. Я все разложила, пленочка. Ладно, и салфетки эти там будут сюрпризы. Я одену ей на такой вот подгузник Ной Бэйби от фирмы. Так, у нас дома довольно не так уж и холодно, но и даже не так уж и жарко. Я решила, чтобы не так уж и морочиться, я решила одеть вот такие вот штанишки серенькие. Вот такой вот боди, такой вот светлого, очень светлый. Пустышка у нас сегодня будет вот такая вот, у меня в принципе нет другой. И вот такие вот голубые носочки. Мы уже разделись. И, кстати, я вспомнила то, что мы сегодня еще не умывались, поэтому погнали в ванную, Мия. Вот так вот мы сейчас будем умываться. Вот включаем воду. Ручечки моем. И Мичка обязательно. Вода прям теплая, да. Что прям тепленькая, Елка. И вытираем это все полотенце. Вытираем. Ручечки, чтобы мокро ничего не было. Так, можем обратно. Побежали в мою комнату обратно. Идем. Извиняюсь за посторонние звуки. Там снизу у нас шум просто. Гостей много. Как бы сегодня Пасха. Сейчас я одену вот этот вот подгузничек. Для этого мне нужна моя подставочка. Вот он. Ножички поднимаем, закрываем очень туго, чтобы когда она делает там свои дела, чтобы ничего не прошло. Кстати, почему я не вытерла салфетку? Я это не показала на камеру, но когда мы были в ванной, я еще попу промыла, чтобы, ну, попочку, чтобы не тратить салфетки, как бы это тоже деньги стоит. Сейчас я ее переодену, во что я вам и показывала. Готово, какая тут колбасечка у нас лежит.
Короче, что я вам хотела сказать? Я не знаю, что нам делать. Я думаю, можно сходить на улицу сегодня. Но на улице сыро, мокро. Так у нас сегодня утром. Ну, короче, очень рано, потому что я встаю обычно в 7-8 часов. Ну, лился прям ливень. И да, поэтому гулять мы сегодня не пойдем. Я, наверное, думаю, сейчас буду укладывать ее на дневной сон. Почитаю книгу, и на этот наш влог, наверное, закончится. Я не знаю, ребят. Для начала надо вот этот вот этого, вот этого, вот этого и вот этого убрать. Давайте. Я все убрала. Ну, короче, я забыла это сделать. Вот, Мичка. Сейчас буду опускать лампу, включу вот эту вот лампочку. Дай мне игрушку, может, даже водички налью, почитаю Гарри Поттер. Кстати, да, я начала читать. И да, немножечко опускаем галаты, не обращайте на это внимания. Короче, когда это опущу, ну, как бы опущу, я к вам приду. Вторую уже, мне кажется, сейчас она дойдет и хватит. Ну. Не, наверное, книгу я не буду читать. В такой темноте. Я включу сейчас вот эту вот лампу, где надо включать. Я не вижу, ребята. А, все, нашла. Ва, вот так вот красиво. Сейчас мечку как-нибудь вот так вот положу. Запутаю в одеялке. И да, атмосфера будет прям муа. Я ее завернула вот так вот. Сейчас ей дам водички попить. Водички, не знаю, видно ли это на камеру. Мия пьет. Мия все выпила. И сейчас она уже уснула, как бы. Она сейчас засыпает под водичку, смесь, ну, как бы под еду. Короче. Сейчас я переложу в кроватку.